Прежде всего, с победой. Что в твоей душе творится, когда смотришь сейчас на табло и видишь эти цифры? Прежде всего, положительные эмоции. Все-таки я надеюсь, что прежде всего результатом доставили радость болельщикам нашим и самим себе. Ну и ощутили дополнительную веру в то, что все возможно в нашей группе достичь положительного результата. Насколько трудная выдалась игра? Очень вязкая была во втором тайме особенно. Ну, каждая игра достаточно трудная, достаточно тяжелая по-своему, но самое главное, что команда выдержала и все хорошо. Гол твоими глазами, на твоем счету ассистентский, получается, голевой пас? О, точнее, затылком, но что-то там ковырялся, бодался, не знаю, мяч удачно к Антону отскочил, и благо, что мяч оказался в воротах. Паш, сегодня много было борьбы и много фолов, местами казалось, что сборная Люксембурга перебарщивает с этим. Ну ничего страшного, футбол в последнее время такой контактный, это в принципе нормально. Не сказал бы, что сегодня была какая-то грубая игра с изобилием какой-то грубости. В принципе, все нормально, как всегда. Спасибо еще раз, победы.